Да что-то как-то, я не знаю. Но мне кажется, блин, там уже у них в любом случае, типа, много дел, типа, есть какие-то там свои работы, бизнесы, поэтому я думаю, что они как бы, ну, что все окей, просто что они стримят в ТикТоке. И так. Так, Эмилия, ты девушка. Ты должна заметить, что во мне изменилось. Если я вдруг внезапно отключусь, знаете, то я такая сижу. Брови сделала? Нет, у меня всегда были брови прям такие, но тут нет чего-то такого необычного, а не обычные брови. Даша Крат, я белорус. Белорашен белорус. Мои шикарные ногти. Мани, стоп, хибочки, да. Блин, честно, полностью согласна. Самый лучший маникюр вообще. Просто. Ну, он уже как бы отрос, но вообще так. Вот. Василиса краса. Прекрасная. Thank you, Мустафа. Нравится, но если вот мы говорим о славянах, мне больше нравятся девушки. Вот. Парни мне так себе. Но девушки, да, очень красивые. Ну, это я сказала, типа, в целом, есть очень красивые парни. Вот. Наши белорусские, русские, украинцы тоже есть красивые чуваки. Смаю. Да, Альфихан. Спасибо. Спасибо. Ты Руси. Руси бой.
То есть Russia. Вот вы хотите сказать, чтобы я вам сказала про свой типаж парня? Привет, Бик. Джек, привет. Альфа Хан, yes. Пикроша? What color? Не знаю. Короче, про типаж парня, я люблю, мне нравится парни, знаете, уже к новому. Парни такие, знаете, вот, Альфа Хан, you bad boy. Сука. Что твори? Бэд, бой. Да, есть. Лайн. Короче, про Виталик. В общем, мне нравится в первую очередь темненький парень с бородой. А внешность такая. Смесь. Грузин. Мне нравится. Я знаю, что ты говоришь по-русски. Прям все у меня. Так, Джован, ну по фотке у тебя не такой типаж. Это Бэзик? Казахский? Короче, вот у меня такой типаж. Казахстан, я так поняла. Казахстан.